Приехавшие врачи отказались забирать тело в Екатеринбурге. У входа в центральную клиническую больницу номер 23 скончалась женщина, ранее посещавшая это медицинское учреждение. Как сообщает Тижел Сити, лежащую на земле женщину обнаружили прохожие, на тот момент она была жива и разговаривала. Ей вызвали скорую помощь, однако к приезду врачей женщина уже умерла. По словам очевидцев, бригада врачей осмотрела тело погибшей и уехала. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в этот день женщина посещала больницу для проведения медицинских процедур. До этого она в течение продолжительного времени проходила лечение онкологического заболевания в тяжелой форме, на данный момент проводится доследственная проверка.